Нас в России связывает очень много. Общая история. Последних 400-500 лет. Общее там и Дмитрий Кантемир, общее очень многое. У нас были общие победы в Великой Отечественной войне, и не только. Да, у нас были и горькие страницы. Кстати, вот через 3 дня, во вторник у нас черная страница, нерадостный день, 22 июня, начало Великой Отечественной войны. У нас общая православная вера. Молдавская церковь — это часть московского патриархата. Поэтому, когда мы говорим, что россияне — это наши братья, и мы хотим, чтобы это дружеские отношения, вот эта теплота, чтобы она продолжалась, мы говорим искренне. Потому что я честно считаю, что Молдова без дружбы с Россией не выживет. Не выживет. Нас просто проглотят, как хотят некоторые западники, и будут использовать против России. Поэтому наша задача, моя задача, задача моих коллег, чтобы эту дружбу, это стратегическое партнерство, поднять на новый уровень и двигаться дальше.